Так, сейчас 3 часа дня. Донецк, 26 число, облгосадминистрация. Вы видите развернувшиеся бои, толпы атакующих бандеровцев. Бандеровцев становится все больше. Силы обороняющихся не равны, но они держатся. Они держатся и удерживают здание облгосадминистрации. Посмотрите на эти мерзкие лица этих националистов, которые штурмуют, бросают коктейли Молотова и избивают наших парней. Все срочно на защиту Донецкой облгосадминистрации. Донецк жив, Донецк не становится.